Второй день съемок. Обряд Алгыс. Как называется этот обряд? Алгыс по-тужурски. Это был Биюгар Тевет Самы Гархаян Акула. Куа, Республика Сумердема Командата. Юхэ Бүлі Ата. Тевіс Тенкеси. Ох, де бұрыға Владимир Федоров. Егені жерде Владимир Федоров. Он нахуй малыгай чата Владимир Федоров. Доқсын дыста. Бойыл Пеждер Алексеев, Олы Бетер, Капсайгер, Республика Чемпионатын. Олар. Он түкірі бүкіндік. Ақсаны ойтайыр, Ақсан бей беге болу ұста. Егор Филиппов. Олухан күртейлерге. Бережері болы. Тәкте бұта. Елігінан Егор Филиппов. Илья ближе подходи. Думыл түстуға мен ауақ үшті. Олысы Стағаски. Блин, Антон Тойтонов. Келедің қондықанды ұрған. Ари Дана, если не сатыр хадасызда. Бо. Спорная ситуация. Спорная ситуация возникла. Победители признали. Дыра. В общем, узнал правила. Надо записать для шефа. Поставим, не поставим, не знаю. Но пусть будет. Запись. Окей. В общем, суть борьбы. Хоп, сохай. Такая. Три секунды, быстрее, реакцию. Я там барабанщики возненавидели. Я пришел, за мной толпа народу ломится. Говорит, я по бизнес смотрю вашу передачу. Перетаскиванию таких огромных камней. Это еще одно соревнование в рамках праздника. Короче, во время боев он сломал себе ребро. Сказал, что, несмотря на это, все равно возьмет в руки 113-килограммовый камень и борется. Вот результат. Говорит, год готовился, я не могу это не сделать. Федор Старостин, который это вон, никаким метра вон, сад. Человек сломал ребро. И какие говорингар лятик бастада? Собирается взять этот камень и тащить его. Просто не понимаю, нереально как. Винду короче, да. Вот этот вот камень. Не настоящий. А я с такой стороны иду. Просто как бы ты был вот. Потомков своих уруй айхал. Браво. Шлар буду гильгатен, а тахал хаен, кюльгатен, басхуло хаен. А зачем вы с ними фотографируетесь? Ким, сахай. Зачем вы с ними фотографируетесь? Ска север. Это кто такие? Передельная компания Тан. Это канал? Поехали! Да! Масына бейс қағайынын. Жоғатын барық бұд.